подхватил Мьёльнир и сразу размозжил голову Триму, а за ним всем остальным великанам на празднике. Остановить его смогла лишь Фрейя, которой претила эта бойня. Она произнесла заклинание, которое выбросило их с Тором из Йотунхейма навсегда. Один был в ярости. Он-то надеялся, что Тор захватит для него Йотунхейм. И он до сих пор мечтает отомстить Фрейе. А в чем суть истории? Ну, для Трима это был урок. Правильно расставляй приоритеты. Урок для Фреи – за добро приходится платить. Урок для Тора – не оружие делает тебя тем, кто ты есть. А уж если ты главный кровожадный урод во всех девяти мирах, этого у тебя никто не отнимет. Босвар, Фримонт, Эрик. Все в порядке? Нет. Мои товары под водой. Мои люди утонули. На их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли. По моей вине. Но эти твари оскорбляют их память. Я найду способ избавить их от мук. Таково мое решение. Буря разметала все три моих корабля по озеру. Я не знаю, чем прогневал Тора, но он покарал меня быстро и жестоко. Сын, сюда. Ладно. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное.
Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвей. Может, возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак лжет тебе, сын. Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Ну? Что «ну»? Жаровня. Как хочешь. Отлично.
Кто бы мог подумать, что я снова увижу такую драку. Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Ты погиб после наводнения? Да. Я пришел на озеро, чтобы ограбить храм Тюра, но я недооценил силу запустения. А других живых ты тут видел? Бородатого, с татуировками. Только тот, кто передо мной. Спасибо за то, что отомстили за меня. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Есть на что посмотреть. В этих краях я открыл возможности для охоты и торговли. Я давно отказался от поисков Йотунхейма. Это дело для более молодых и более способных. Но я был слишком увлечен. И мои люди заплатили за это. Никогда не надейся на лучшее. От мертвецов толку мало. Откуда они берутся? Когда отсекаешь дух от плоти, срез не всегда бывает ровный. Ты уже встречал духов? Да, много. И каких? Назойливых. Голова. А сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересную? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунгнире. Всю правду, не байки всякие. Ужасная битва, да? На алтаре было, как он сражается с Асами. Хорошая история, но нет. Грунгнир родился и без головы, и без сердца. Поэтому великаны сделали их ему из камня. Он был силен, это да, но простофиля ужасная.
Однажды Один встретил его в Мидгарде и счел настолько забавным, наивным и безобидным, что пригласил его в свой дворец в Асгарде. Там он вдоволь напоил Грунгнера медом и повел разговор так, чтобы тот начал хвастаться и кривляться всем на потеху. Я видел, как смеялись асы, когда Грунгнер запрыгнул на свой щит и поклялся убить нас, а женщин забрать с собой в Йотунхейм. И тут пришел Тор, и он не смеялся, о нет. Тор глянул на пьяного болвана и обрушил ему на голову Мьёльнир, да с такой силой, что осколки Грунгнера до сих пор засели у него самого в черепе. Острые камни так и брызнули Тору в лицо, а потом на него с тошнотворным хрустом рухнуло тело Грунгнера. И снова по залам дворца разнеслись громкие раскаты смеха. Ужасная история, Мимир. Мама таких не рассказывала. Вот тебе и мораль. Правда, не так красиво, как мифы и легенды. Сын. Слушаюсь. Это еще одна карта. Приготовься. Слабое место. Гульвейк. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Я... Наверное, я... Просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю! Я... Тебе не понять. Как и тебе. Нужно найти еще несколько таких. Ты что сказал? Ничего. Ничего? Все уже было сказано.
а все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип, как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Я бы хотел ей об этом рассказать. А ты? Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке, чтобы не переживала. Атрей, я тоже по ней скучаю, ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. Неплохо! Лёстка!
Леста!
Это я почувствовал. Хорошо. Пока нет. Лёста! Ah!
Есть! Сзади!